Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Мои хорошие ресурсы. У нас выключили свет, и мы спустились пешком. Ждали и спустились пешком с Ашкой. Идем по делам, покажем вам, куда мы идем. Ну, естественно, и маска тоже. Ашка, мини-маска. Так, мы стоим возле аквапарка. Вот цены такие. Если у вас мизитли карта, 25 стелли, а так 30 лир. Ну и кинотеатр ночной 15 лир и с мизитли картой 10. Сейчас зайдем с Ашкой, вам посмотрим, что здесь происходит. А, Тамир, я пьерла. Вот такой аквапарк, друзья мои. Тут я вижу, что делают ремонт. Когда откроют, я обязательно все сниму. А в той стороне кинотеатр. Там кафешки. Вот такой аквапарк. Там детский тоже есть, вот там бассейн. А это для взрослых. Сейчас мы находимся на улице, тоже рядом возле нас, ее называют по-другому Сирийская, потому что здесь все свои магазины открыли сирийцы, очень много. Ашкан говорит, здесь дешево, посмотрим, что, зачем он мне привел. Смотрите, кафе, все это, и кофе делают, вот. Видите? Очень многие сирийцы пооткрывали. Опять, видите, юзбир. Смотрим, что за цены. Здесь стулья. Вот мы что хотим, сможем. Не кадарон лар. Ама башка ерде варден более чок. Ерду. Ben sana diyorum, o çok dediğin yerler de pahalı satıyor. Şimdi bak, sence ölçü olarak, arka balkona. O iyi. Bu mu iyi? Evet. Ama başka yerde yok sadece. Sandalye. Perdeler yok mu? Ne perdesi? Perdeler. Perde başka yerde var. Perdeci de var. Ama o iyi, ne kadar o? Ne aşkım? Güzel ama çeşit yok. Olsun o. Зайдем во внутрь, посмотрим. Видео чекабилир ми? Видео олур ми? Тамам. Покажу вам магазин. Пока мой муж на улице. Смотрите. Такие красивые тарелки по 199. Вот эти мелкие 29. По 5 лир есть. И для... Там, наверное, для сладости. Как красивый рисунок, да? 175, наверное, это комплект. Так, а этот комплект 194. Там повыше связочка. Есть теперь 20. Хозяин разрешил снять. Я там пользуюсь возможностью. Покажу вам. Люди какие красивые.
Takmış şunu o. Ne, sandalye? Yok. Masa? Aa, güzel aşkım, alacağız. Sandalye ne kadar? Sandalyeler orada yetmişti. Какие лампы красивые. Ты не когда ранее. Очень мне нравится. Сорса не когда ранее. Да, обидел шею душу. Рожен шею душу. Сорса, ты сувенирчики. Тоже красивые тарелки с символами. Какие хотите. Золотые. Очень красивые. Вот это с белым орнаментом. 45 лир. А, это рамочки для... А нет, это не рамки, это в прихожую, как у нас висит. Там дальше картины. Очень красивая картина. Ашкин. Ой. 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 Ой, Ашкин. Аян. Эвет бороды. Ой. 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 Ой, nasıl kötüyüm. Çok kötü düştün. Oy. Oy. Kötü düştün. Oy. Hiç dikkat etmiyorsun. Ah. 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 Ambulans çağırır mı? Ah, hayır. Ah. Ah. Oh, çok problem. Çok problem aşkım. Kötü düştün aşkım ya. Çok kötü düştüm ben bir. Şok oldum vallahi ya. Друзья мои хорошие, вы видите, где я нахожусь? Дай Бог, что все было хорошо, я вам расскажу, что со мной произошло. На скорой меня забрали. Все это получилось, у меня видео снимала и упала в подвал. Потом ничего не помню. Помню, что боролась с тем, что, чтобы не потерять сознание. Было очень плохо, я так ударилась, я перевернулась. Это было что-то страшное. Не знаю, что меня ждет. Сделали рентген. Сказали, сильный ушиб, и вот капельница стоит. Очень болит нога. Попросила, чтобы лед положили в капельницу. Мои хорошие, вот видите. У меня попала больница. Сейчас вспоминаю, как страшный сон, как я провалилась, потом покатилась по этим лестницам. Это уже сколько было боли, как я плакала. Еле вытащили с этого подвала. Все поцарапано, вот сейчас сделали перевязку. Боже, я тебя спаси. Спас меня, ангел хранитель. Аж как испугался. Очень испугался. Я тоже испугалась. Думала, и меня не соберут. Знаете, что такое чувство было? Я боролась с тем, чтобы не потерять сознание. И так трусила, так много. Сама себе помощь оказала. Так что вот так. Будьте аккуратны, когда снимаете видео блогерам. Надеюсь, что сейчас это закончится. Сейчас отпустят домой. Спасибо.
yere gidip kazanmayı kara duvara gidiyoruz mesela takılıyoruz. Я нахожусь дома. Еле прискакала, потому что на той ноге вообще не могу не ходить. Ничего, большое спасибо вам за вашу поддержку. Я вся пораненная, ужасная. Состояние у меня ушибы везде, но слава богу, переломов нету, только одними ушибами я отделалась. И трещина, по-моему, голеностопном, не знаю. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Пусть Бог тоже вас хранит. Вот так, друзья, я нашла способ передвигаться. Потому что я не могу ходить, и мой муж спит. Он и так вчера таскал меня сколько времени. А двигаться же хочется, и в туалет, и все. В общем, вот так, ничего, прорвусь. Вот так, моя заловка пришла, и мне помогает. Обед делает, помогает. Пылесосы на полы моют, а я вот лежу. Мазала кремы. Ой. Ступать не могу пока. Ашкин тоже меня смотрит, помогает мой Ашкин. Yetiştirme yardımından. Teşekkür ederim. İki kardeş ama belli yaşlardalar. Bayağı yaşlılar yani. Oğlan çocuğu istiyorlar şey için. İşte çiftlikleri var. Çiftlikleri bize yardımcı olsun diye. Gele gele kız geliyor. Моя красавица заловка, как собралась, все приготовила мне и кушать, полы перемыла. И идет теперь, а, Гюзель Беним, а, посмотрите, моя красавица. Все она сделала, как приятно. А я все лежу и лежу.